Кровожадный враг атакует. Накануне помощь оказывали 67-летней муромлянке. Клещ вцепился ей в затылочную часть головы. Сезон клещевой активности в этом году начался значительно раньше. В Муроме зарегистрировано более 60 случаев их укусов, в том числе 14 детей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 29. Рост в два раза. Наибольшее количество случаев присасывания клещей произошли в лесополосах микрорайона Вербовский, поселке Муромские, селах Кавардицы и Зименки. В связи с этим 8 раз будет увеличена площадь обработки территории противоклещевыми интоксицидами. В прошлом году было запланировано 5 гектаров, в этом году уже 40 гектаров. То есть это обязательная территория, все наши летние оздоровительные загородные учреждения.